Добрый день! Сегодня мы рассмотрим торговую систему Quick, познакомимся с ее особенностями, пройдемся по некоторым хитростям и в частности рассмотрим графики и построение некоторых данных для теханализа, в том числе использование индикаторов. Запускаем Quick. Первым делом у нас выскакивает сообщение, что справочники отсутствуют. Это нормальная ситуация при первом запуске. Говорит нам о том, что мы еще ни разу не настраивали торговую систему. Соответственно, нажимаем ОК. И вводим свои логины и пароли, те, которые мы создавали при установке торговой системы. После этого ждем буквально там несколько секунд, пока подтянутся все данные сервера. Все зависит от интернета и от мощности вашего компьютера. Данные могут подтягиваться в течение 30 секунд, либо в течение 2-2,5 минут. Опять же таки, при среднестатистическом интернете и при средней мощности компьютера этот процесс занимает до 1,5 минут. Мы видим, как у нас уже в текущей таблице параметры с левой стороны подтянулись данные по всем торгуемым бумагам на рынке заявок. Уже подтянулся стакан с заявками, котировочный стакан. И уже потихоньку начинают подтягиваться данные по всем сделкам. Это видно на графике, у нас уже история сделок подтянулась. И также мы увидим скоро сделки в таблице всех сделок по бумаге. Ну вот, например, выберем MotorSeach и посмотрим, как данные будут отображаться. Вот и требуется еще буквально пару секунд для того, чтобы они здесь отобразились. Ну, пока начнем знакомиться с интерфейсом и с первой страницей, которая у нас отображается сразу при запуске программы. Значит, перед собой мы видим базовые таблицы, которые видит любой торгующий участник на рынке. Первое — это текущая таблица параметров, то, что уже было видно при запуске, где отображаются все торгуемые бумаги на рынке заявок. Дальше это график, где отображается история по всем сделкам. Таблица котировок, либо еще на жаргоне трейдеров стакан биржевой. Вот, и как видим, уже подтянулись сделки по выбранной бумаге. В данном случае мы видим все сделки, которые прошли за день по MotorSeach. Если вы обратите на время, то там указано диапазон в пределах 10 часов утра. Это говорит нам о том, что терминал в себя начинает потихоньку втягивать данные. При текущей скорости это займет где-то там 2-2,5 минуты. Если интернет у вас быстрее, то этот процесс может завершиться в течение 30-45 секунд. Значит, дальше. Что мы можем сделать на первой странице? Что у нас из информации полезно для первого знакомства? Первым делом, куда стоит обратить свое внимание, это таблицы бумага, проценты изменения, спрос и предложение. И также цена последней сделки. То есть, когда мы, допустим, выбираем какую-то бумагу, скажем, Енакиевский металлургический завод, то мы видим код в торговой системе и вообще код на торговой площадке на украинской бирже. Как правило, это 5- или 4-значный код. У Енакиевского металлургического завода это ЕНМЗ. Следующий столбец идет, это процент изменения в течение торговой сессии. Процент изменения рассчитывается от значения закрытия предыдущего торгового дня. Дальше у нас идет спрос и предложение. Спрос и предложение — это самые наилучшие цены, которые стоят вверху стакана на данный момент. Если вы посмотрите, то спрос 48.96 соответствует как раз значению наилучшей заявки, которая стоит в стакане по данной бумаге. То же самое касается и предложения. 49.33 — это цена лучшей заявки на продаже, которая стоит в стакане по данной бумаге. Вот. Ну и, соответственно, цена последней сделки – это та цена, которая была зафиксирована по результатам сделок за текущую торговую сессию. Давайте посмотрим.
пока еще данные не подгрузились. То есть, когда здесь уже будет время стоять 17.11, 17.12, мы увидим в разделе «Цена» точно такую же цену, которая стояла и в графе «Цена последней сделки». Также виден нам оборот за текущую торговую сессию, то есть сколько всего купили, сколько всего продали, и сколько в количестве бумаг, как это отображалось в количестве бумаг. Далее перейдем к самому котировочному стакану. Поскольку Quick как торговая система достаточно гибкая, у нее существует ряд настроек, которые призваны облегчить работу торговцу. Скажем, если нам нужно срочно выставить заявку или срочно снять ее, то есть ряд горячих клавиш и ряд функций, которые помогают обеспечить быстродейственность всего процесса. У каждой таблицы, которая есть в торговой системе, существует окно редактирования. Вызвать его можно двумя способами. Либо комбинацией клавиш Ctrl-E на клавиатуре, зажимаем Ctrl, нажимаем латинское E, и открывается вот такое окно редактирования текущих значений. Для того, чтобы редактировать нужную таблицу, необходимо ее выделить. Выделить ее можно, просто нажав на поле самой таблицы. Нажимаем еще раз Ctrl-E и видим непосредственно функционал, который нам позволяет полностью изменить вид котировочного окна, так как нам нравится, и также добавить некоторые полезные функции. Вот здесь мы видим такую опцию, как выделять свои заявки. Это означает, что заявки, которые были выставлены нами, будут отображаться в котировочном стакане жирным цветом, как это видно здесь, на покупку и на продажу. Также мы можем выбрать функцию «Показывать панель инструментов», которая будет отображать дополнительные значения в котировочном стакане, которые привнесут некую информационность в таблицу котировок. Все зависит от привыкания, то есть как вы привыкли получать информацию по котировочному стакану. Вы можете попробовать это настроить, если оно вам не понравится, то мы его просто отключаем. Вот. И метод drag and drop. Метод drag and drop полезен, если мы хотим, скажем, взять и перетащить заявку по цене, скажем, ниже или выше, которые стоят в стакане. Если мы будем использовать метод drag and drop, когда мы его нажмем, то зажав курсор на наши заявки, нам достаточно просто потащить ее вниз, и тогда цена в данной заявке изменится. При этом количество останется то, которое было указано ранее. Вот. Ну и также быстрый ввод и снятие заявки. Быстрый ввод и снятие заявки помогают нам одним кликом как снимать заявку, так и снова устанавливать ее. Сразу напрашивается вопрос, как же происходит установка заявки, если не вбиваются параметры. Параметры берутся исходя из той заявки, которая уже есть в котировочном стакане. Соответственно, когда мы настроили вид нашего стакана, взяли и добавили дополнительный функционал, мы можем согласиться с изменениями, которые у нас есть, и нажать «Да». В данном случае мы убрали раскрас стакана, и он у нас отображается просто на белом фоне. Может, кому-то так удобнее, ему достаточно знать, где есть ограничения для заявок на покупку и где есть ограничения для заявок на продажу. Отредактируем таблицу еще раз. Кстати, вот второй способ, которым можно вызвать окно редактирования, это нажимаем правой кнопкой мыши на поле, интересующее нас таблицы, и выбираем пункт «Редактировать таблицу». Вернем обратно расцветку и попробуем выбрать другой вид стакана. Теперь заявки на покупку и на продажу будут стоять не параллельно друг другу, а наоборот вертикально. Для этого мы можем выбрать «Добавить все», чтобы долго не копаться. Вот. И сразу видим, как наш стакан изменился. Значит, в нашем случае мы вернем все как было, и чтобы долго не копаться, скажем,
вы сделали какую-то настройку, которая вас не устраивает, и при этом вернуть ее обратно не получается в том виде, в котором она была. Тогда у нас есть очень удобный функционал. Это как загрузить настройки из файла. Выбираем настройки, загрузить настройки из файла. Выбираем файл, тот, который у нас был. По умолчанию это info.vnd. Нажимаем его открыть. Ждем буквально пару секунд, пока удалятся все старые настройки и применятся новые. Вот, и видим, что у нас стакан вернулся к привычному нам виду. Как же выполняется ввод заявки и как вообще совершается сделка купли-продажи на рынке? Ввод заявки можно совершить несколькими способами, либо из текущей таблицы параметров, которые находятся у нас с левой стороны, либо из самого стакана заявок, либо прямо из портфеля. Как это делается из портфеля, покажу чуть позже. Значит, пробуем сначала ввести заявку из текущей таблицы параметров, где у нас перечислены все бумаги, которые торгуются на рынке заявок на украинской бирже. Возьмем, например, акции Укрсоцбанка. Нажимаем правой кнопкой мыши на интересующем нас эмитенте, открываем контекстное меню и выбираем новая заявка. Как вы видите, что напротив этого пункта меню еще есть обозначение F2. Это означает, что можно, нажав эту горячую клавишу, вызвать окно ввода заявок. Пока попробуем вызвать его из контекстного меню. Нажимаем на интересующий нас пункт и открывается такое окно ввода заявки. В окне ввода заявки присутствует несколько параметров, которые нам необходимы. В первую очередь нам нужно проверить, что счет торговый, который у нас высветился, соответствует нашему счету. Обычно он должен подтягиваться автоматически, но на всякий случай проверить еще раз не помешает. Также код клиента должен соответствовать торговому счету, для того, чтобы сделка успешно совершилась. Далее смотрим инструмент, проверяем, что мы хотим купить именно Укрсоцбанк, и смотрим направление. Здесь должна стоять покупка, а не продажа. Дальше. Здесь вот начинается отличие от типов ввода заявки. Если мы вводим заявку из текущей таблицы параметров, то тогда здесь не будут указаны предварительно цена и количество. То есть мы должны все это будем вписывать вручную. Эти цены мы вписываем, исходя из того диапазона цен, который сейчас есть в стакане котировок по данному эмитенту. Ну, например, мы видим, что у нас лучшая заявка на покупку стоит по цене 0,23 копейки, 0,5 тысячных. То есть, соответственно, мы где-то в этом диапазоне указываем. Мы можем указать цену чуть дешевле, и тогда наша заявка станет лучшей. Скажем, напишем 0,2349. Поставим минимальную кратность лота, 1000 бумаг. Вот, и тогда, когда мы введем эту заявку в рынок, то она окажется чуть выше этой заявки на один пункт. Но при этом она не исполнится, потому что ближайшая заявка на покупку стоит по 23,59. То есть если мы вот такую цену, например, укажем здесь, да, получается у нас там спред будет составлять разница между ценой покупки и ценой продажи. Там будет 0,1 тысячных копейки. Вот если мы такую цену здесь поставим, 0,2359, то тогда она моментально исполнится. Ну, то есть при этом она исполнится, заявка на продажу при этом исполнится не вся, а частично. То есть мы не купим здесь 114 тысяч бумаг, которые мы видим в стакане на продажу, а вот купится только 1000 бумаг, которые мы указали в своей заявке. То есть можно по такой цене, если она нас устраивает, смело заводить заявку.